Салам алейкум. Всем привет. Как скачаем Сбербанк онлайн для iPhone? Сбербанк онлайн, как скачаем для iPhone? Вот это у меня есть. Сейчас открываем. Сбербанк онлайн. Вот удалить. Сейчас. Не покупает, то не будет, когда покупает, потом здесь будет. Сейчас как скачать. На эту ссылку есть на комментарии. Так, или у меня телеграм-канал есть. Телеграм-канал. На следующий ссылку. На комментарии одна ссылка есть на Сбербанк онлайн. На предложение на скачайте, потом напишите на комментарии, поставите лайк, подпишите на канал.